Лев Михайлович Довлатов, генерал-майор, герой Советского Союза, командовал кавалерийской группой, сформированной из казачьих полков. Кавалерийская казачья группа под командованием полковника Довлатова проникла в тыл фашистов и в течение продолжительного времени громила фашистских захватчиков. В первом же бою казаки полностью уничтожили 3-й батальон 430-го германского пехотного полка. Гитлеровцы бросали против наших конников танки, самолеты, устраивали засады, но казаки были неуловимы. Кавалерийская группа своим смелым рейдом нанесла врагу большие потери. Родина высоко оценила вклад довлатовцев в победу. Более 20 тысяч командиров и бойцов корпуса были награждены орденами и медалями. Все полки Ставропольской дивизии удостоены ордена Красного Знамени. В память о жестоких днях Великой Отечественной войны в Ставропольском краеведческом музее хранятся боевые знамена, другие бесценные реликвии тех огненных лет. Именем довлатовцев назвали улицу на въезде в город Ставрополь со стороны Невинномысска. По этой магистрали они когда-то отправлялись на фронт. В 69-ю годовщину освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков после реконструкции открылась стела героя довлатовцев. Монумент установлен на возвышении на въезде в Ставрополь у пересечения улиц Довлатовцев и Южный Обход.